Готовься к труду и обороне. В поселке Черноморском открылась спортивная площадка ГТО. Это стало возможным благодаря участию района в национальном проекте «Демография». Стоимость спортивного инвентаря – более 3 миллионов рублей. 21 января состоялось официальное открытие комплекса. На мероприятии присутствовали почетные гости из Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, руководство муниципалитета и поселения, и, конечно, молодежь, ради которой и построена площадка. Хочу вас поздравить всех, вот, ребята, и вас, прежде всего, жителей Черноморского поселения, поблагодарить нашего губернатора, поблагодарить Министерство спорта за постоянную поддержку. Естественно, все мы должны заниматься физической культурой и спортом. А вот поэтому я призываю вести здоровый образ жизни. Особенно подрастающему поколению. Вы наша надежда, наша опора. Поэтому я уверен, что и вы, и люди старшего поколения будут постоянно пропадать на этом стадионе, играть в футбол, волейбол, заниматься на тренажерах. Поэтому успехов вам! В этом году Министерству физической культуры и спорта Краснодарского края удалось открыть уже 7 спортивных площадок ГТО. Это 8-я. Надеюсь, что вам придется по душе это сооружение. Надеюсь, вы его будете использовать, думаю, по назначению. Надеюсь, что она все-таки даст тот толчок первый тем, кто еще думает, заниматься спортом или нет. Здесь на ней все есть для того, чтобы сдать эти вот первые ваши шаги, сделать первые шаги к этому золотому значку ГТО. Спасибо вам большое, всего доброго, удачи. После официальной части наступил самый ответственный момент – открытие площадки. Право перерезать красную ленту предоставили Денису Роскову и воспитанникам детской спортивной школы номер 3 поселка Черноморского. Юные спортсмены, не теряя времени, приступили к освоению снарядов. Возможно, скоро многие из них улучшат свои спортивные показатели и смогут успешно сдать нормативы ГТО.